Так, пресс-подборщик Star MR1000DX в неплохом достойном состоянии. Здесь у нас ниша под бобины с нитью, вязальный механизм. Спицы забора в хорошем состоянии. Заглянем сюда под кожух. Так, здесь у нас цепная передача, цепочка натянута, вот ролик натяжителя, ролик в хорошем состоянии, цепь живая. Заведем, посмотрим, как он работает. В общем, вот так. Все, что должно вращаться, крутиться, все работает. Все на месте стоит. Полностью исправный. Почти чистенький. Вот такой неплохой пресс-подборщик.